Всем привет, давненько не снимали ничего. Ты такая широкая в этой куфте. О, машина. Я купила, как его, за 700 рублей. Машина. Как его. И вот такую вот еще куфту он тоже. Тоже. Они такие уютные. Тоже за 700 взял. Вот. Я в ней хожу, и он в ней ходит. И в этой точно так же. Но попала. Погода вообще никакущая, как говорится. Ох, только нет, я не нытик. Ну, действительно, ну прям вот. Но май всегда холодно. Да, заморозки были. Да, на апрель такой ледяной был. Печку даже топили. И вот. Да мы и в мае топили печку. И в мае два раза топили. Да. Это. Спасибо большое за 300 рублей, за донатик маленький, пускай. А для меня и маленький иногда. Ну, радость, вот как объяснить, что меня хоть кто-то на свете не забыл. Может, кто-то не поверит. Вот, скажет. Не мешки ворочать, ну нет, это не так. И слушай, я когда что говорю, я всегда говорю все как есть. Такая же я. Это плохо, кстати. Слушай, где зеркальце твое? Вот оно. Так. А, кстати, ты-то поздравь. Да я в зеркало хоть глянусь. Подожди, а, как хорошо, я выгляжу. Норм... Ну, всех с праздником, 9 мая, с Днём Победы. Там, да. Не надо приближать. Ну, я хоть как. Я не буду приближенно сниматься. Я тебе говорю, не надо мне приближать. Мои прыщи кому-то им будет приятно рассматривать. Или что? Ты думай. Мне говоришь, а сам вот. А снимает он или нет? Да, наверное. Ну, говори, что. Ну, я сказал уже все. А, с праздником. С праздником. Да, с Днём Победы. Для дыма. Мы не отмечаем. Так. Ну, почему отмечаем? Ну, кто там шашлыки жарит, там кто-то что. У нас шашлыки никогда в жизни не жарил, я не знаю, что это такое. Используя Иксана. Короче, масса здоровая. Почему? Не, я бы не против был бы шашлычка пожарить, там замариноваться. Это не реклама, это яйца натуральные, свойские, это просто коробка. А яйца деревенские. Ну да, их раз по размеру видно, и что они берут марки. Картошечка деревенская по 25 рублей, 2 килограмма. Вот. Ну, ладно. Тут вкусняхи. Тут я уже цветы продала и... Накупила всего. Да. Так. У меня ирисов, это горит. Их надо куда-то ну, девать, тут... они уже на дорогу растут. Клубничка. Да. Ну, ее и так видно, в принципе. Я пион продала, да и... Помидор, зеленый лук, огурцы. Мама, их и так видно, нормально. И через вот, пакет. И черешня. Так, это я себе забираю. Такой деловой. В одно слово, я уже знаю, что ты скажешь. Так, вот. Вот у тебя тут еще одна все, крупная ладно, лежит, их там ладно, много. Давайте чуть ты прибеднеешься. Как тебя обокрали. Не знаю, сидит. Ну все.